гуляя по Тель-Авиву, наткнулся на прикольное объявление. Давайте быстро его зачитаем и переведем на русский язык. «Им бершутхэм таклитим шатэм миуняним лимсор о лимкор, эсмах лягия делэхэм велэсов ликнот цру кэшэр». В общем, ребят, если у кого-то из вас в Тель-Авиве, и не только, есть, имеются бершутхэм таклитим, это пластинки, которые вы заинтересованы либо отдать, либо продать, то я буду рад прибыть, добраться до вас и их забрать, либо купить. Что интересно, наберите слово «таклит», корень «куфламетет» — это пластинка, «таклитор» — это уже диск, CD, ну а слово «калетет» с этим же корнем будет означать кассета. И все эти слова почти не используются в общем, в любом языке. Но надо знать, все от корня куфламетет, который образует глагол ликлот. На этом все, с вами был Тимур. И да, гуляйте по Тель-Авиву. Саха кулиры, дай хамуда.